Ты не пробовала сама писать музыку? Нет. Не твое дело. Я считаю, что у меня к этому... Нет, я что-то пробовала в школе, в музыкальной. Ну... Я вам скажу одну такую. Снова врет, да? Да ладно. Что-то она пробовала в школе музыкальной. У нее есть очень хорошая песня, я ее хочу спеть. Во-первых, она с мужским текстом. Но она ее пела мне несколько раз. И это очень хорошая песня. Ну, это школьная песня, вот я не беру. Какая тебе разница? Какая я говорю, разница, что в школе... Ну, вот единственная вот, эта песня секунду, и... Вот ты услышишь по радио или по телевизору хорошую песню. Ты подумаешь, это школьная песня, или что, или не школьная. Нет, ну я спрашиваю, ты подумаешь, тебе нравится или нет. Да. Это главное. Конечно. Тебе вот эта песня нравится? Школьная она или... Короче, что? Я вот, хочу сказать. Вот близнец, все. Агрессия. Все, агрессия. Это еще и телевизор снимает, а если бы не было этого, даже кувалда боже взялась и билась бы по голове мне. Да не билась, не пугай. Я вот попробовала вот написать песню, вот какая-то у меня получилась, и говорю, она понравилась, хотя мне она не очень нравится. Ну, такая детская такая для песенка. Для Игоря сойдет, да, такая песня? Мне очень нравится. А вообще, я понимаю, что это не мое. Писать песни, музыку. У меня нет к этому какой-то тяги, из меня не идут мелодии. Поэтому я не хочу браться ни за свое дело. Вот я люблю танцевать. Пусть я не профессионал, но я знаю, как это сделать. У меня есть к этому тяга, поэтому я могу поставить какие-то танцы. А вот написать музыку, у меня нет к этому какой-то тяги. Поэтому может появиться, но я думаю, есть что есть нет. Такой партнер, пусть он пишет. Конечно, поэтому я думаю, что должен музыку писать человек, который от Бога, которому дано это.